Согласно федеральной программе, Московская область ежегодно выделяет денежные средства на закупку учебного материала каждому району, в том числе и Ленинскому. В этом году более 23 миллионов рублей было направлено на закупку учебников для учащихся всех школ из расчета 2100 рублей на каждого ученика. Сегодня можно с уверенностью говорить, что все учащиеся будут обеспечены учебниками, потому что статистика сегодня такова, что все наши образовательные учреждения, фонд учебников 100%. Более 12 тысяч учеников нашего района сядут за парты в этом году. И для того, чтобы обеспечить учебниками всех учащихся школ, необходимо заранее подать сведения о количестве детей. Так, в художественно-техническом лицее уже закуплено учебников на сумму свыше 1 миллиона 800 тысяч рублей. Ну, детей у нас будет около 1000. И в зависимости от того, какой учебный план, у кого-то 12 предметов, у кого-то 17. Вот если умножать все эти цифры, то есть огромная масса учебников выделена. Вот они уже частично подготовлены к выдаче, потому что начнется это заранее. Ну, 1000 детей обеспечить учебниками за один день не получится. Учебно-методический центр Ленинского района сотрудничает с 10 издательствами Российской Федерации. Поэтому беспокойства о том, что возникнет дефицит учебников, у них нет. Кроме того, родители могут самостоятельно принять решение и купить учебную литературу своему ребенку. Комплект учебника, он не на один год рассчитан. Он и 3 года, иногда и чуть больше мы им пользуемся. И каждый ребенок, он по-своему относится к этому учебнику и может оставить какие-то следы карандашиком. И кому-то это может не понравиться из родителей. И родители, конечно, могут поднять вопрос: а давайте приобретем. Это тоже их право. В целом подготовка к новому учебному году подходит к концу. Проведен ремонт в учебных заведениях, закуплена школьная литература, определены учебные планы на ближайший год. Это дает уверенность родителям, что 1 сентября для детей станет еще одним праздничным днем в их семейном календаре. Екатерина Чернышова, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.